Рабочая поездка главы Чувашии в Шамуршинский район также началась с посещения наиболее значимых социальных объектов. Михаил Игнатьев работал в районе допоздна, а наша съемочная группа еще не вернулась из поездки. Видео мы получили с помощью мобильного передатчика. И потом передал ее на республиканскую... По словам министра здравоохранения Аллы Самойловой, Шамуршинская больница на хорошем счету в ведомстве. По нацпроекту здоровья и программе модернизации здесь был сделан ремонт и закуплено новое оборудование. Кроме этого, районные власти не один год вкладывали деньги в ЦРБ. А при таком внимательном отношении результаты всегда убедительные. Причем заметны они не только чиновникам, но и пациентам. Я вообще-то здесь всегда лечусь. Это моя больница родная, как говорится. Мне все удовлетворяет здесь. Чисто, аккуратно, врачи на месте. Глава Чувашии осмотрел операционный блок, одно из самых востребованных отделений в больнице. Почти 80% пациентов с хирургическими патологиями оперируются на месте. В межрайонный центр и Чебоксары отправляют только самых тяжелых больных. Для удобства жителей работает электронная запись к специалистам, которых в районе также достаточно. Неподалеку строится новое здание Дома ветеранов. Сегодня три центра временного проживания по району. Фактически живет 38 человек, поэтому мы закрываем полностью все эти старые деревянные, фактически пожароопасные здания, и все будут переведены сюда. По большому счету можно даже замкнуть сюда и часть Батыревского района, потому что условия здесь, конечно, будут значительно лучше, чем они есть на сегодняшний день в районах. Работы идут по графику, и пожилые люди отметят новоселье точно в срок.